Первый всероссийский турнир по кудо на призы губернатора прошел на ура. По итогам соревнований Ивановская область заняла первое место в командном зачете. Напомним, у нас 5 первых мест, 4 вторых и 2 третьих. А значит, есть множество талантливых спортсменов, которые представят наш регион на соревнованиях ЦФО. Но сперва тренировки на грани возможности. Мы сейчас их готовим по усиленной, по отдельной программе. Тренировка проходит 2 раза в день, то есть утром и вечером. И ребята понимают всю серьезную ситуацию, потому что от как они выступят на ЦФО, зависит дальнейшее, будут они выступать на России. Естественно, если они попадают на Россию, то они попадут на чемпионат мира. Поэтому главное сейчас на ЦФО, это они понимают, что это является как бы путевкой на чемпионат мира. Всего на ЦФО в разных категориях выступят 10 наших спортсменов. Те, кто наиболее ярко показал себя на домашнем турнире. Один из них – Александр Аркадьев. В прошлом году на чемпионате России Саше удалось одержать победу над соперником. На этот раз парень надеется выступить не хуже. Ведь на кону поездка в Японию на чемпионат мира. К тому же Саше выпала честь быть капитаном ивановской сборной на первенстве ЦФО. Такой возможности спортсмен очень рад и старается выкладываться на каждой тренировке. С утра встаем, идем на тренировочку, тренируемся, там отдыхаем и опять на вторую тренировку. Вроде все, пока у всех получается, будем очень стараться. Немалые надежды возлагают и вот на этого молодого человека. Юсуп в турнире на призы губернатора занял первое место, а также стал лучшим спортсменом, по мнению судей. Так феерично кудаист выступил после 3-годичного перерыва. Причина – травма спины. Молодой человек признается, возможности снова выйти на татами ждал с нетерпением. Потом усиленно тренировался и, наконец, заслужил шанс побороться за путевку на чемпионат мира. И ни за что его не упустит. Для меня сейчас самое главное – это выиграть ЦФО и попасть на Россию. И после этого я смогу полететь в Токио вместе с тренером. И для этого я приложу все свои усилия. Для меня будет большая честь выступать на одной арене вместе со своим тренером. Чемпионат Центрального федерального округа пройдет в Иванове уже в это воскресенье, 23 марта. Участие в нем примут сильнейшие спортсмены из 15 регионов страны. В этом году, уверен президент Ивановской федерации кудо, на чемпионате ЦФО нашим ребятам придется нелегко. Многие готовятся именно под наших ребят. Поэтому ребята знают, что под них уже готовятся. И они вдвойне сейчас стараются для того, чтобы они могли хорошо, удачно выступить. Открытие первенства состоится в спортзале химуниверситета в 12 часов. Вход свободный. Прийти поболеть за ивановских спортсменов сможет любой желающий. Наталья Романова, Андрей Семивулков, РТВ Иваново.